Доброе утро, друзья! Я нахожусь сейчас в городе Сочи. Вы просто посмотрите, какая за окном прекрасная погода. Сегодня мы врываемся кататься. За мной должен за... Опа-на! Братан! Братан! How are you? Ты что, спишь? Ты что, только встал? Да. А ну куда? Бегом, бегом, тапки одевайся, погнали нас, да? Самокат еще не привычен мне, но сейчас буду по полной его обкатывать и раскатывать. Что, сделал первый трюк? Да, трюк с первой, Ваня, срочно. Ебой, хорош с собой, красавчик. Где угодно, если ты... My God. Просто пушка, погода бомба. Смотрите, друзья, вот мы просто едем по улице, вот тут пальмочки, все такое. И прям тут открытая стоматология. Можно посмотреть, как кому-то делают зубы. Первым делом мы с Ваней едем в какую-нибудь локацию красивую, чтобы сфоткать самокат новый, потому что он еще не корябанный. А потом уже мы наберем другу Витя и поедем до него. Налево, налево. Вот там за углом есть закоулок бомбический с пальмочками. Вот там можно фоточку сделать. Вы просто посмотрите, какой кайф. Сочи еще называют Сочифорнией, типа как Калифорния. Вообще пушка. Ребят, этот самокат просто шедевр. Его уровень красоты просто зашкаливает. Булька. Я вам еще раз его показываю, чтобы вы заценили его красоту. Это моя просто топовая сборка. Под кроссовки, кстати говоря, собирал. А вот чисто самокат Ваня. Чисто блэк такой Black контраст. Реально Black Star. А вот так, друзья, выглядит мой самокат после нескольких дней катания. Уже весь в царапинах. На дне вот так все выглядит, уже не так красиво. В общем, к чему я это все говорю? У меня есть свой магазин, он называется Ride Action. И в нем сейчас действует 10% скидка на все товары по промокоду NEW2023. Заходите в него и обновляйте свои самокаты. Я желаю вам всем добра, удачи, всего самого прекрасного. А мы продолжаем это видео. Погнали. Все, звоним Витьку, продолжаем. Что-то он спит, походу. Хлопец, ты проснулся? Да. Через 15 минут мы стоим у твоего подъезда, как штыки. Давай. Давай. Бро, у нас 15 минут. Просто врываемся. Опа, 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 идеальный спот. Ты чё, братан? Чего? Я приземлился, штанину в тормоз засосал, и там призумить можешь потом. Я смотрю, ты просто на картах едешь и падаешь. У меня новый, смотри, штанину в тормоз засосал, да, прям. Ваньку, короче, штанину под тормоз между колесами. Да, ну вот ты катайся в широких штанах потом. Вообще угар. ППС. Здорово. Ты трюки на самокате делаешь? Стесняется. Пока, братан. Давай, давай, прям фонтан. Слышь, давай в нем вкатнем немного. Как всегда, фирменная ноузбон трешечка. И ноузбон трешечка на барик, чисто с первача. Не-а. Давай-давай, врывайся.
рейл-райдик чисто. Сколько там чаек, просто миллиарды. Вообще бешеная красота. Ну можно схватить, как будто прям сразу так. Они по кругу просветают, смотри. Они просто по кругу. Да, 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 у них кругу. Погнали, Витёк ждет. Да, да, ты где есть? Дома. Давай, выходи. Сейчас мне надо собраться чуть-чуть. Или нам заходить. Как хотите, я просто только проснулся. Ну давай заскочим. Давай ты тут постоим. Добрый. Спасибо. Братишки, здорово! Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. А вот он, здорово, бро. Знакомьтесь, это Вектор, собака Виктор. Как всегда, кошаками волшебный запах просто. Ай, хорошо, какая. Чего ты говоришь? Офигенный самокат. Нравится? Под ботинки у тебя. Под ботинки, да, реально под него собирал. А у тебя лонгслив, ничего такого? Да. Вот такая вот хата у Витёчечка бомба. Вот тут сидит черная кошка, надеюсь, вам ее видно. Вот тут Ваня стоит. Вот тут самокат Витька. Шкурка бомба. Коллаборация Райдекшн. Вот тут, видите, кота из душой написано. Hello, bitch. Это кошак number two. Здорово, бро. Передай привет подписчикам. Такая кафала, тут колеса сидит. Тут у Вити коллекция машинок Hot Wheels. Просто миллиарды у него здесь всяких разных. Я за это не шарю, но выглядит классно. Островов, посмотри, на ком-то Эль Мирадор. Покажи, блядь. Покажи. Ну тут сразу. Тебе сколько лет? 22. 22 годика Витя машинки собирает. Все там пацаны такие. Есть редкие, 6000 одна стоит. Чего? Да, смотри. Дорогие есть, короче. Легендарки я их называю. Вот эти? Вот это легендарки. Покажи. Подожди. А вот это что? Короче, вот у этих Валя... моделек. Это, да. Это Porsche Panamera? Да. Это Hot Wheels Premium, у них резиновые колеса. Да ладно? Да. Я даже не знал про такое. Это Panamera? Да. У тебя больше ее нет. Положи, положи. У тебя ее больше нет, договоримся. Витя, расскажи, куда мы сейчас поедем? Кайфовать. Я не пока что такое. Спасибо, Петя Бондарь. Выходя из моего дома, мы сразу же идем в скейт-парк. Ехать, ну, секунд 40. Реально, вон там, в конце этой улицы парк. Здравствуй, Петя. Здорово, мужик. Салам алейкум. Здорово, вообще офигенно. Короче, вот такой вот скейт-парк прямо на районе у Витька, бетонный. Сейчас тут раскатим буквально 10 минут и дальше едем в стрит. Я прям в тебе, Витёк. Пошёл, пошёл, пошёл. Ой. Е-бой. Росбанта не было, ну ладно. Да! С флэр с первача спустя миллиард лет. Респект. Вот она. И Витя задумал хардкорную тему сделать 180 в анете, вот отсюда задом проехать и вкатить в эту штуку. Тут, если что, супер резко. На камере, как всегда, ничего не передается. Он пробует. Ну? Даю. Да почему я? Почему у меня в опозе? Чего ты мне даешь? Твою наклейку. Мне мою же наклейку? Да. Респект, братан. Да. Сердце самокат. Пошел! Пошел! Даю. Да блин. Ай-яй-яй. Фура, давай! Группа поддержки с тобой. Ну! Красава! Это мясо, это просто мясо! Прикинь, сделал, кайф. Покажи. Как...
Аеп! Чего хотели? Фоткаться! Давайте, давайте, давайте. Обожаем! Респект всем. Ага. Всех спасибо. Люблю, гайз. Пока. Пока. Виктор Демьянов официально утверждает, что невозможно перелететь вот из этого места, вот эту вот штуку, вот туда. То есть вот это вот расстояние. Я утверждаю, что если я разгонюсь оттуда, то я попробую, не знаю, перелечу или нет. Это что такое? Алмазик. Алмазик для меня? Да. Бро, респект. Респект. Теперь у меня есть алмазик. Удачи в жизни. Чтобы ты был алмазами обсыпан. Ай-яй-яй, чуть-чуть, прям капельку. Посмотри, пожалуйста. Меняю тактику, съезжаю теперь отсюда и буду вкатывать, чтобы скорости чуть больше было. Да блин, ну уже черканул. Так и должно быть. Фух, я пока разгоняюсь в офиге. Дай посмотрю. Ай, чуть-чуть прям. В общем, пока эта штука не покорена, пролет реально большой, просто не хватает скорости. Нужен человек на мопеде, которого нам Витя оформит, и я за мопедом разгонюсь и перелечу. С трючком. Трешечкой. Погнали дальше. Погнали. По теплым улочкам города Сочи доедем до парочку известных спотов. Так. С вами там устроим полную джага-джагу. На вип через лежак. Давай! Чемпионат мира, все на кону! Немного грохнулся, все нормально, в порядке, даже не ударился. Я еду впереди, слушаю, сзади баба. Давай еще раз. Давай. Едем. Второй дубль. Че, третий будет? Снова слышу, баба. Что сейчас? Смотри, не, сейчас я уже грохнулся нормально. Ладно, пацаны, погнали дальше. Декабрь? Ну, посмотрите вокруг, ребята. Мы сейчас, когда в аэропорту специально из такси бежали, мы просто вот так все в куртках укутаны сюда прилетели. Из Москвы мы в куртках. Петян в футболке, это не видно, но он в футболке. Ну вот. Пальмы, трава зеленая еще. Приехали на такой вот спот. Привез сюда пацанов не первый раз, просто его сейчас реставрировали. Он новенький, свеженький, вкусненький. Сейчас его будем распаковывать, пробовать. А еще тут стоит ДПС. Давай! Давай! Вот такие вот тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 всего лишь ступенек, Вань. Конечно. Оформляешь? 2 месяца колено валялся с больным. Сейчас прыгну. На сейфти. Прыгаем через дога, он даже не замечает. Примеряемся с Витьком к ступенечкам. Конкретно. Вот как раз мне надо тестировать постоянно вилку дроп. Она уже сколько у меня? Много месяцев тестируется. И вот сейчас продолжается вот этот тест. Когда-то она выйдет в свет. Теперь трачок с первого чажа есть. Еп. Вообще изи. Сделал трак очень легко. Сейчас хочу примериться на трак на бар. Кто не знает, это 360. Раз.
и два. То есть я сейчас с выпрыгом сделаю первый барспин, посмотрю по таймингу, если есть время, буду пробовать. Вот он, я прям почувствовал. Даю! Даю! Я не хочу больше. Это в один конец просто. Трек на бар я не добрал, 100 попыток было. Приеду, потом вернусь, доделаю. Просто почему-то психологический барьер стоит. Сейчас просто вот здесь катнем с кайфом. Намоткой на руле. Ну, ай-яй-яй. Короче, мы накатались на этом споте. Сейчас будет небольшой тайм-аут. И мы вернемся с новыми силами. Наша следующая локация — это вот такой вот порт в Сочи. Просто бомба, честно говоря. Самокат тут смотрится также бомбически. Тут какой-то типа ЦУМ, ФИГУМ, я не знаю что. И сейчас мы тут с Ваней будем что делать? Прыгать в воду. Ну это может быть, погнали. Хорош. Здравствуйте. Рыбка ловится у вас? Нет. Не ловится? Жалко. Врываюсь на ювелирных движениях. Ёпс туды! Вам трюк показать? Да. Да? Да. Я тренировался год. Реально классно? Тебе понравилось? Смотрите, что мой друг умеет. Смотрите внимательно. Это вообще, это жесткий трюк. Пацаны, я позорю за пипец. Слышь, попробуй вот так, Вань. Типа через накат, как на памп-треке. Бам-бам. Перемещаемся с Ваней на следующий такой техно... Спот. Вот так он выглядит. Сейчас тут немножечко раскатим. Здравствуйте. Привет, дорогой. А вы кто? Я Великий Посидло. Реально? Да, да. На рэпе с этим, с твоим сокрушениями, да. Совсем таким. И это я волшебную ракушку подарю. Реально? Да. Вот смотри, какая заморская. Вот специально берег для лучшего блогера. Приезжайте к нам в Сочи, мы с Петей Мандаренко будем тут зажигать вместе с Посейдоном. Потик своеобразный, надо отклоняться, когда фибл делаешь. Опять за штанину зацепил. Ну, он тебя побикали, красавчик. Приехали с Ваней на следующий спот. Вот море, вот подкат, вот ступеньки. Еще ступеньки, просто сказка. Пошел, пошел, это мой бро. Е-бой. Тяна подсельный сыр кофе. И вот я провел его в новенький. О, тут пальмочка на столе, какой кайф. Это сэрку.
CBD-шечка, да, очень вкусная эта штучечка. Пожалуйста. Средний капучино. Браво, ты горький со льдом. Да, вообще бушка. Спасибо. За декабрь в Сочи. За первый день в Сочи, да, и за декабрь в Сочи, вообще кайф. Слушай, это прям реклама. Только я не понимаю, Ride Action или этого напитка. Прикинь, недавно случилась такая ситуация. Общался с девчонкой очень долго. Чисто только переписывался, никогда ее в жизни не видел. И потом мы, ну так сложились обстоятельства в жизни, что мы встретились. Как ее зовут? Я не могу тебе сказать, Ваня. Погнали дальше. Еп. Ой-ой-ой. Проблем for me. Ты видел, как я из фейки вышел? Чуть-чуть-то. Чтоб не по встречке ехать, а по, ну, по направлению типа движения. Петями я надоумил спуститься с горы на самокате. Это называется даунхилл. Честно говоря, немножко поигрывает одно место. Сейчас все нормально будет, врываемся. Пацаны, вот я вам завидую, вы там сидите вот так вот на диване. Давайте, удивите меня. А мы тут мокрые уже все. Еще полетим с горы, там где вон машины мчатся. Гоу, погнали. Ой. Мы поймали транзит, пока нету тачек, и врываемся. Погнали, бро. На врыве, братишка! Скорость просто дикая. Сюда, налево. Вообще по кайфу, обожаю такие моменты в жизни. Ой-ой-ой. Вот от таких аппаратов меня тоже штырит просто пипец. Как ощущения? Вообще прикольно было. Если бы не было транзита, вообще не так страшно. Что будет в следующей части видосов из Сочи? В горы. Мы едем в горы и будем спускаться по серпантину с гор прям. Фигачить. Но там мы уже оденем защиту, там будет все серьезно. Снимай обязательно. Да. Дорогие друзья, мой магазин называется Ride Action. Вот эта стоит машина, называется Porsche Panamera. Я ее очень хочу. Я вас всех очень люблю. Пишите там комменты. Вы мне поможете в продвижении этих видосов. И я буду их снимать в 300 тысяч раз больше. Это был Ваня Соловьев. Это был Петр Бондарь. Всем пока. До скорых встреч.